Дело в том, что ну, та статья, которую я ознакомился, ну, в принципе, не только она удивляет подходов ученых, которые называются учеными. Но для того, чтобы сделать такой вывод, не нужно быть ученым. Это никакое не откровение, не вывод, не, кажется, не открытие. Дело в том, что естественно, что кишечные бактерии, которые живут, всегда живут у человека, и не только у человека, они, естественно, влияют на все происходящее. Почему? Что делают бактерии в нашем организме? Они помогают, есть положительное, отрицательное, это известно в школьной программе всем. Так вот, чем, почему положительное, почему отрицательное? Положительные те, которые помогают переваривать пищу человеку, облегчают процесс пищеварения. Но кроме этого, даже положительные микроорганизмы потребляют часть того, что мы едим, для себя. То есть они тоже живут, они живые организмы. Естественно, употребляют, используют пищу, которую мы едим для себя, и выделяют в наш кишечник – продукт своего жизнедеятельности, правильно? Выделяют токсины, которые для них не усвояемы. Естественно, все это всасывается в кровь, через, опять-таки, кишечник, попадает в кровь, и по крови распространяется везде, в том числе и в мозг. Кровь не может, в одну сторону идет, в другую не идет, она разносит все вещества по всему организму, в том числе и в мозг. И естественно, что если вещества, которые выделяют микроорганизмы, для нас являются весьма токсичными, то, естественно, они будут влиять отрицательный мозг. Поэтому есть микрофлора отрицательная, положительная кишечника. Обычно антибиотик убивает всю положительную микрофлору кишечника. А после этого обычно кишечник заселяется отрицательной микрофлорой, которая выделяет, естественно, много токсинов, которые влияют на функции и мозга в том числе. То есть ажиотаж, который пытается создать вокруг этого, полный абсурд. К тому же, по сути, типа вот стерильный кишечник лучше всего. Опять-таки, понимаете, природа формировалась миллиарды лет. И вот симбиоз многих организмов, в том числе и в нашем организме. То есть микроорганизм кишечника, они выполняют функцию симбиозиническую. То есть они помогают нашему организму усваивать продукты питания, многие, которые усвоить организм сам не в состоянии. То бишь, если мы уничтожим микрофлору, таким образом наш организм перестанет усваивать те вещества, которые он должен усваивать. Поэтому какие-то выводы такие, что вот открытие, чуть ли не озарение, что вот оказывается влияет. Да каждая химическая молекула, которая попадает в наш организм, в том числе и с таблетками, влияет на все, в том числе и на мозг. Потому что в организме должно быть только, в принципе, что для организма нормально. То, что мы получаем чистой водой и чистой пищей. Все, что связано с химией и так далее, наш организм не рассчитывает на это. И для него это все отрицательно. Потому что любая лишняя молекула, она не... Понимаете, некоторые думают, вот, лишние молекулы, они имеют разум. Типа, стоят в очереди, нужно, допустим, 1000 молекул, ну, условно, как это процесса. А человек взял, съел, допустим, у него 1 000 000 молекул появилось, да? И вот они думают, что вот, типа, 1000 пошла в ход, а остальные от 1 000 000 оставшихся ждут своей очереди, пока 1000 за 1000 будут идти использовать организм. Ничего подобного. Любая молекула, она химически активна. То есть, если она не участвует в процессе, нормальном процессе жизнедеятельности человека, в частности, то она вступает в химические процессы в клетках организма, вне зависимости от того, нужно это или нет. Потому что любая молекула не имеет разума, чтобы думать, нужно ей вступать в химическую реакцию или подождать, пока дойдет очередь. Понимаете, поэтому вот такие заключения, не знаю, скорее всего, это абсурд, с моей точки статья абсурдна по своей сути. То есть, а неожиданно обнаружили, что влияет на это самое. Так, естественно, все влияет. Потому что все, что выделяется микроорганизм кишечника, всасывается в кровь. И через кровь попадает в мозг в том числе. Понимаете, вот кроме смеха, у меня эта статья ничего не вызвала. То есть, знаете, как ребенок, который увидел, а кажется, солнце светит. Да? Это примерно такая же реакция. У меня вызвала эта статья. Для чего вопрос, кому это выгодно? Это, может, с моей точки зрения, две выгоды. Это или человеку нужно написать диссертацию, нужно же причину написать, так? Или за этим стоят более серьезные финансовые круги, которым выгодно протащить определенные технологии, заставляющие людей уничтожать микрофлору кишечника. То,
чревато последствиями. И то, что чревато, это каждый знает, кто употреблял антибиотики, когда после приема антибиотиков вся микрофлора кишечника уничтожена. И нужно очень долго восстанавливать здоровую, нормальную, продолжительную микрофлору. Так что стерильный кишечник, как они говорят, во-первых, невозможен в принципе. А если его стерилизовать, то человек должен жить в стерильной обстановке. Пример, даже если сказать, что это идеально хорошо, да? То человек должен жить в стерильной обстановке. То есть не должно попасть ни одного микроорганизма в кишечник. Такое возможно? Невозможно. Значит, человек получится в любом случае, подышит воздухом, скушает какую-то еду, которая микроорганизм содержится, и тут же будет заселение начинаться в кишечнике. А если он пустой, то наиболее активно как раз отрицательный микроорганизм. Поэтому нужно лучше сохранить то, что природой создано, то, что в нормальном состоянии микроорганизмы кишечника, они положительны для нас. То есть и нужно сохранить этот баланс, чтобы микрофлора кишечника была положительной. А стерилизация кишечника невозможна в принципе и абсурдна по своей сути. Вот если в двух словах сказать об этом. Ну, а если все-таки вот так рассуждать, может быть, есть какие-то конкретные продукты, которые, которые можно употреблять, а которые совсем вы бы не стали советовать употреблять? Ну, я бы не стал употреблять геномодифицированные продукты. Слышали такие, да? Геномодифицированные организмы, из которых потом производятся продукты, потому что практически все они приводят к стерилизации, и в некоторых случаях второе-третье поколение становится стерильным. То есть оружие. Медицинское оружие. То есть человек кушает хлеб, там, мясо, неважно что. Ту же кукурузу, к примеру, да? Чипсы, которые многие любят, да? И вроде вкусно покушал, вроде сытно, да? А на самом деле это генное оружие на уровне молекул, на уровне молекулярно, на уровне молекул действует оружие. То есть это внедряется обычно, и это не мои положения, это исследования многих ученых, которые проводили исследования тоже на мышах, которые, к сожалению, становятся в большей степени, так сказать, средством изучения чего-либо. И показали, что не только второе, а то и первое поколение становится стерильным, но и развитие этих рожденных мышей первого поколения, то есть первое, второе поколение, это уже от них рожденные, от мышей, отстают умственно развитие, не только умственно, умственных мышей, трудно сказать, как, хотя тоже они имеют интеллект определенный, правильно, но в физическом развитии они сильно отстают, у них появляется очень много болезней, в том числе и раковых, и становятся стерильные, а третье поколение полностью стерильные. Новые разработки геномодифицированных организмов приводят к тому, что уже второе поколение, то есть человек кушает, он рождает ребенка уже стерильного, то есть неспособного продолжения рода. То есть, опять-таки, это оружие, которое убивает бескровно. То есть, да, человек родил в лучшем случае ребенка, а после этого ничего не происходит. То есть, продолжения рода нет. Что это? Уничтожение, правильно? Вот что важно. Вот на этом нужно брать. А на то, что вот микроорганизмы выделяют, естественно, все, что попадает в наш организм, попадает в кровь. К примеру, яды, да? Человек, допустим, съест какую-то случайно какую-то ягоду ядовитую, она начинает усваиваться, всасывается в кровь и может привести к смерти или к тяжелому последствию. Все, что попадает в мозг, то, что она всасывается через кишечник и попадает кровотоком, разносится по всему организму, в том числе и мозг. Поэтому откровение такого плана для меня часто меня вызывает просто-напросто улыбку. То есть мы можем смело сказать, что геномодифицированные продукты, они влияют и на мозг тоже. Ну, они тоже влияют на мозг, на развитие. На мыша показали, что они развиваются гораздо хуже и медленнее отстают в развитии физическом, чем нормальные контрольные мыши. По крайней мере, то, что исследование мне знакомо. Исследование проводил не один человек, а несколько человек. И повторяем исследование, результаты те же самые повторяем. То думаю, что на человека сказывается тоже так же. Просто это не так наглядно. Потому что на мышах это происходит быстро. У них там размножение происходит быстро, в течение нескольких недель уже новое поколение, наглядно видно. А человек, ну что, в лучшем случае один человек, женщина родит одного-двух ребенка, как сейчас, да, и пока он вырастет, ну это родит 25 лет, пока он надумает рожать своих детей, да, а потом стерильность, вы знаете, у вас патология такая, но почему-то таких патологий становится все больше и больше и больше. Это не случайно. Как вы считаете, почему люди ведутся на такие вещи и настолько доверчивы, что верят, что еда влияет на мозг?
прямом смысле. Ну, оно и влияет, все влияет на мозг. Извините, в этом плане немножко виноваты средства массовой информации, мягко говоря, немножко. Потому что у нас же как принято? Если что-то из ящика сказано, да, то это абсолютно истина. Вот если по ящику не говорят, значит, это несерьезно. Если по ящику говорят, это значит серьезно. Менталитет так создал у людей, правильно? Это первый момент. Второй момент, с моей точки зрения, то, что у людей возникло псевдопонимание, допустим, если какой-то академик, РАН, к примеру, да, выступает и задает какую-то ноту, то у всех, ага, он академик РАН. Все, это абсолютно истина. И независимо, какой ахинеи человек будет говорить, так? Все слушают и верят, потому что, ага, он же академик, значит, все, что он говорит, правда. Понимаете, тоже создано, социум создал такую позицию, что если, говорится, помните, как есть поговорка, старая, еще не знаю, знакомая ли, ну, в наши времена это было хорошо известно. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек, знаете, да? Так бумажка есть, что академик чего-то. И все, люди слушают. Или еще другой момент. Я как-то в свое время, когда Гайдар был еще живой, было интервью, и там, когда он говорил, потом старушку он спрашивает, говорит, какой он умный человек. Я говорю, ни одного слова не поняла из того, что он сказал. Понимаете? И вот самое главное, что действительно, это же отражает реальное положение. То есть, если человек говорит так, что никто не понимает, то это, это говорит об интеллекте, это об уме. Так? Но на самом деле это абсурд. В английском языке, вот, когда говорят нонсенс такого плана, это есть такое in English, please, то есть по-английски, пожалуйста. То есть на простом языке скажите. Так вот, если перевести всю эту словесную шлуху на простой язык, то там, в принципе, получается 2×24, понимаете? Но когда это облегается такие терминологии, которые недоступны пониманию большинства людей, то у людей перед термином возникает как бы эффект удава, мыши перед удавом, там, гипнотически. Такие слова. А то, что, так сказать, насчет академии, вот, опять-таки, интервью было с Велихом, знаете, такого академика Велихов, РАН. Я слышал интервью, у меня просто было любопытно слушать его фразы, которые он заявлял, что да, мы признаем, что 90% материи Вселенной, так называемой темной материи, это научный термин, мы ничего не имеем предположения о 90%. Значит, что это значит? Что если наука что-то имеет, то, по крайней мере, имеет, если имеет, а 10% из 100. А теперь скажите, если кто-то знает, можно ли сложить полную мозаику, если у вас есть мозаика из 100 кубиков, а у вас только 10 кубиков есть. Вы можете сложить правильную мозаику? Можете? А они складывают, считают это наукой. И главное, признают. Но самое забавное, знаете, что он завершил? Он завершил так. Если что-то можно объяснить простым, доступным языком, то это мистика. Это его дословные слова. Забавно? А почему? Потому что могу привести пример, как люди бросаются терминологией, даже с учеными степенями немалыми, и что-то все за этим стоит. Допустим, когда в свое время я спрашивал о понятии электрического тока, мне давали классическую форму этого понятия. Но когда начинают спрашивать, а что значит вот это, человек, люди, имеющие еще академики не России были, а академики СССР, мне приходилось сталкиваться. Тогда было мало академиков, не как сейчас. Сейчас как всех академиков стал котов нерезанных, да? В том числе и я. Но знаете, что он отвечал? Это одному Богу известно. Это хороший ответ, да? Или, допустим, как один человек пытался показать свою образованность, когда во время выступления я говорю об этом процессе, происходящем с водой в клетках. О, все понятно. Это холодная тема, ядерный синтез прошел в клетке. И человек, в принципе, имеющий физическое образование. И не молодой человек. Сейчас физическое образование, к сожалению, очень плохое, ребята. Раньше, у нас более старшее поколение, образование было хорошее. Понимаете, холодный термоядерный синтез. Кто-то пустил утку, значит, холодный термоядерный синтез. Ну, клетка, все понимают. Любая клетка, понятно же, любому человеку, независимо от его образования, что это живой организм. Суньте клетку в духовку, хотя бы 300 градусов сделайте. Что с ней получится? Или кусок ткани, какого-то мяса. Что получается? Вы получаете жаркое, да? Это как при 150-200 градусах, правильно? А что холодный термоядерный синтез, знаете? Поясню вам.
Это равномерная активность, происходящая на поверхности Солнца. Температура там 6 тысяч градусов Цельсия. 6 тысяч градусов Цельсия. И вот люди с научными степенями бросают такие фразы, что в клетках проходит холодный термальный синтез. Как вам нравится? Вот понимаете, к сожалению, большинство ученых, они не ученые в том плане, потому что для того, чтобы быть ученым, нужно хотя бы понимать значение тех терминов, которые они используют. Когда человек повторяет терминологию, которую он даже не понимает, ну, получается что? Видимость учености. Понимаете? Вот и все. А как же тогда отличить правду от лжи? Как уберечь себя от неправды? Задавать вопросы. Как я говорю, что если говорить что-то типа холодный термоядерный синтез, к примеру, да? А вы скажете, а что такое холодный термоядерный синтез? Чтобы я понимал, ну, дурак я такой, ну невежда, ну, не знаю, что такое холодный синтез. Объясните мне, пожалуйста, чтобы я, конечно, понял, что с этим стоит. Если человек говорит, извините, это сложно для вашего ума понимания, это недоступно, только избранные могут понять, так? Это, знаете, проходимец. А если человек объяснит, как я сказал, что холодный термоядерный синтез есть не что иное, как ядерный синтез, синтез ядер, происходящий на поверхности Солнца, где температура 6000 градусов Цельсия. Потому что горячий термоядерный синтез находится внутри Солнца, там температура миллионы градусов. Вот и все разница. Да, это, конечно, по сравнению с миллионами градусов, 6000 градусов, это, ну, в принципе, холодненько, да? Прохлада, да? Но вопрос. Прохлада на поверхности Солнца, в отличие от жары внутри, для поверхности Земли это, если на поверхности Земли был так холодный термоядерный синтез, понимаете, да, то жизни бы вообще здесь не было никогда. То есть поэтому отличить и всегда нужно не бояться задавать вопросы, потому что у нас люди боятся спросить. Отучили. Дети все расспрашивали, вы же были ребенком тоже, как каждый был. У мамы с папой спрашивают, а что это? Затыкали обычно, да? Не дорос, не время, это не того ума дело, ты не поймешь, что подрастешь потом. Хорошо, подрастаешь, шли в школу, что там говорили? Это тоже не поймешь, ты должен скушать это, что тебе дают, правильно? И получается, человек никогда не получает вопрос, его запихивают информацию, которую он не понимает. Повторяет, как пугай, кто-то требуется, выдал. А понимание того, что нет, вот пока будет такое непонимание, будет профанация. То есть любую информацию нужно проверять, правильно? Не только проверять, постараться понять. Потому что не все можно проверить. Допустим, вот, ну, что вот температура 6 тысяч градусов на Солнце, а внутри миллионы, вы сами проверить сможете? Или как мне приходилось с одним беседовать, с субъективным деистом, вот, типа, то, что Земля вращается, что Земля шар, я не верю. А почему, я спрашиваю, почему? Ну, я смотрю, все же плоское, да? Где же она круглая? Я говорю, а что недостаточно, допустим, камеры? Да, конечно, мы с графиком можем сделать все что угодно, да? Компьютерные имеют в виду. Но, тем не менее, спутники, которые улетали, и те, кто улетал, они фотографировали, делали и так далее. И действительно видно, что Земля круглая. Куда же больше доказать, не говоря о многих других факторах, которые косвенно доказываются, правильно? То есть, действительно, не нужно, все само проверять, но вопросы задавать нужно всегда. То есть, когда что-то непонятно, это не стыдно спросить. Понимаете, есть незнание, есть невежество. Незнание естественно, человек не может знать все и вся. Только в чем отличается незнание и невежество? Незнание, человек не знает, но это устранимо. То есть, если человек возникает непонятно, он может найти источник и ликвидировать это незнание. Невежество, когда человек не хочет знать. Вот прочти здесь, мне не нужно, мне устраивает то, что мне устраивает. Понимаете? Вот отличие, невежество от незнания. Поэтому не знать что-то, это нормально и естественно. И стыдиться этого не нужно. А вот невежество, вот это стыдиться нужно. Потому что вбил человек в голову, вот я считаю так, потому что я считаю так. Мнение, моя позиция такая, каждый человек имеет право иметь свое собственное мнение. Это его право. Но если ты противоставляешь свое мнение другому мнению, ты должен это мнение обосновать. Вот если имеешь обоснование, и ты его выдал, если доказали фактами, что твое обоснование не выдержит критики, нормально человек скажет, извините, я этого не знал, теперь знаю, извините, мне ему изменилось. А если человек все равно, потому что я так думаю, я так считаю, значит, это истина последней инстанции. Ну, это невежество. Вот и все. Поэтому вам, особенно молодежи, пожалуйста, на веру не нужно принимать.
Но нужно тоже не нужно отрицать все, что тоже молодежь чувствует, любит ее тоже отрицать. Все, мы же тоже были молодыми когда-то. Не только вы. Вот. Но не должно быть отрицания слепого, тупого. То есть это не принимаю, потому что это не хочу принимать. А нужно действительно задать вопрос грамотно, то бишь спросить. И вот это непонятно, а что это значит? Если вам объясняют, не кажется, может объяснить, но, по крайней мере, честный человек скажет, извините, я это объяснить не могу, я должен подготовиться, к примеру, к этому, более глубоко изучить, или вот я могу вас направить к тому человеку, который вам даст объяснение. Понимаете? Это честный ученый, и человек скажет. А нечестный человек и ученый, который, чтобы скрыть свое незнание, о, это недоступно, это вам не дано, вы чищур, типа, там, еще не дозрели, мягко говоря, да? Вот отличие. Как вот вы относитесь к утверждению, что шоколад, наоборот, влияет на мозги и помогает работать головным мозгом? Ну, то же самое. Любое вещество, шоколад, полученный из зерен, понимаете, да, которые содержат определенные наркотики. То есть они стимуляторы. Понимаете, да? Конечно, в шоколаде их не так много, этих наркотиков, стимулирующих. Но стимулировать, ну, обычно человек наестся, не случайно, допустим, пайки, допустим, летчикам и так далее, космонавты содержат очень много шоколада, знаете об этом, да? Это малый объем, но содержит много активных веществ и для мозга, и для поддержания активности. Есть разработанные специальные составы, типа разных таблеточек. Когда человек лежит пластом, к примеру, он принимает таблетку и начинает бегать, как стальной энергетик. Помните рекламу энергетик? Бегает везде, да? Но за это человек тратит 10 лет жизни своей, минимум, теряет. Понимаете? То есть любое насилие над организмом, оно может не проявляться вот сию минуту. Ну, конечно, если вы кушаете там плитку шоколада, с вами не произойдет ничего такого смертельного. Но это в любом случае стимулятор. Любое вещество, к тому же, понимаете, когда человек родился в определенном экологической среде, его организм привык к определенным веществам, и, ну, если с поколения в поколение, это в 20 веке в основном началась масса такой миграции людей с разных континентов, которые приезжают из одного климатического на другой и так далее. Но раньше такого массового не было. И когда человек жил, его организм привыкает подстраиваться по те химические вещества, которые он получает через пищу, которую он употребляет. И максимально приспосабливается к этому, минимально отрицательное воздействие идет от той пищи, потому что вырабатывается суровый механизм защиты. Когда сейчас человек, живущий, допустим, в России, ему не нужно, допустим, чтобы скушать тоже шоколад, ехать в Южную Америку, к примеру, да, где произрастают деревья, на которых зерна растут. И не нужно приехать туда для того, чтобы купить шоколад и скушать. Но организм человека не приспособлен к тому, наш, по крайней мере, так, не приспособлен для того, чтобы мы кушали эти вещества. То есть время займет. Ну, к примеру, вы в курсе дела, что картофель все знают, да? Любят тоже, да? Вы знаете, что картофель завезли из Южной Америки и Центральной Америки? Когда вот якобы открыли Америку, Колумб после него. И в Россию завез Петр I. Вы знаете, что до везения картофеля, выращивания картофеля в России не было диабета. Знаете об этом? В курсе? Нет? Ну, я вам сообщаю. Дело в том, что картофель относится к семейству посленовых. Это очень ядовитые. Белина, в частности, тоже относится к нему, к этому семейству посленовых. И даже был в свое время... Во время Петра I бунт, то, что люди, когда сажали картофель, собирали зерна и в пищу и отравления получались, потому что люди не знали, что нужно брать клубни и есть. Не знаю, кто знает, но если не знаете, то знаете. Потому что яд в зернах, даже кожица картофеля содержит, особенно если зелененок немножечко, да? Знаете, вот картофель еще зеленый бывает, кожица. Это там концентрация почти смертельная, ну, не смертельная, но очень высокая ядов. И именно из-за того, что люди стали есть картофель, вот в России стал появляться диабет. До этого диабета никогда не было. А в Южной Америке, где они, кажется, жили, те народы, которым живут, для них нормальный организм их реагирует совершенно по-другому на тот же самый картофель. Вот вам пример, как перемещение продуктов питания с одной стороны в другую влияет на людей,
Это можно продолжать долго, но это очевидно. Тут не нужно никакой терминологии научной, понимаете, да? Все можно объяснить действительно простыми словами. И это не мистика, это реальность. Какие продукты, допустим, какие можно употреблять, реальные продукты? Реально, ну, во-первых, конечно, желательно не импортные, потому что все импортные, они, во-первых, большинство из них уже геномодифицированы. И, во-вторых, многие из них напичканы химией, чтобы довести сюда, понимаете, чтобы они в сохранности были, там химия. Вы знаете, что происходит вот, в Штатах, где preserves, так называется, вещества, которые сохраняют пищу, вид пищи вроде бы здоровый, так сказать, происходит. Там люди после смерти, когда их хоронят, они не разлагаются, они получаются как мумифицированы. А совет, можно такой сказать, организм, в принципе, всегда знает, что ему нужно. То есть, каждому человеку не нужно слушать там, так далее, нужно слушать свой организм. Организм всегда скажет вам, вот вы хотите чего-то, вот вам вот, бывает такое, что вот что-то, ну, просто хочется трескать, правильно? Бывает шоколад, так? Честно. Ну, к примеру. Пример, для вас шоколад, к примеру. Так сказать, организм требует тех веществ, которые у них не хватает. Он должен научиться слушать свой организм. Конечно, не сразу получается. Нежелание какого-то шоколада есть побольше. Хотя в детстве, например, шоколадные конфеты я мог с резкой, допустим, там, подарили, допустим, 2 килограмма шоколадных конфет. Ну, я мог съесть, ну, пока не закончится, их съедаю. Сколько захватало, там на час-полтора. Сейчас особо нет желания такого. Но такое в детстве умудрялся. Мой брат, допустим, шоколадные конфеты нам дарили одинаково. То есть килограмм одному, килограмм другому, ну, подарок, например, да? И каждый делал то, что хотел. Мой брат, его мог одну конфету съесть, в лучшем случае, она неделю лежит. Но у меня есть, оно мое есть, оно быстро исчезало. Понимаете? В то время, действительно, растущий организм, там уже много сахаров еще. Естественно, нужно для мозга, для так далее, тогда там же еще молоко, сливки, ну, по-разному. И много полезных веществ тоже есть. Но, в принципе, если вы научитесь слушать свой организм, не знаю, и, ну, отбросим шоколад, какие-то другие вещества, пищу, которую хотелось бы, вот бывало такое, что вот вот чего-то же хочется смертельно, вот вы находите, покушаете, радость такое, удовольствие, да, радость такое, удовлетворение такое, вот, что вот наконец-таки получил то, что хочешь, да. А потом через некоторое время берешь, вот помните, как вкус был, еда такая вкуса просто таяла во рту, да, берете то же самое и уже не лезет. Бывало такое у вас? Знаете почему? Потому что организм получил то, что ему нужно. И он, если он не лезет, он говорит о том, что вот вкусовые качества, ну, радость от пищи, это стимуляция рецептора, который действительно, вот это мне нужно. И когда вы получили то, что нужно, перебор всегда плох. И вот когда вы получили лишнее, начали получать, организм не нужен. Вы суете, оно не лезет, потому что не нужно. Хотя, в принципе, за силой можно засунуть. А что ели, до Петра или чем можно картофель заменить? Нет, можно и картофель есть. Ну, до Петра в основном ели, я, в принципе, это не изучал, но там ели в основном что? Зерновые, рожь выращивали, так сказать, хлеб, разные виды вот, зерновых, мясо, конечно, ели и так далее. И, поверьте, люди были гораздо здоровее, чем сейчас, которые все едят обезжиренные и так далее, и так далее. Вы знаете, что было исследование, по которому молчат, что вот, обезжиренная пища приводит к образованию жира в организме. Не слышали? Это ученые установили. Но молчат. Почему? Конечно. Дело в том, что, понимаете, почему об этом не кричат, хотя установили? Потому что цена, от когда вы берете продукт и его обезжириваете, к примеру. Значит, вот, если кто интересует, почитайте, как идет обезжиривание. Значит, вводится вещество одно, которое обезжиривает, допустим, продукт, так? Но это яд. Для того, чтобы нейтрализовать этот яд, вводится другое вещество, которое нейтрализует яд. Но это тоже яд. Для того, чтобы нейтрализовать этот яд, вводится третье вещество. И так далее, больше или меньше, зависит, что делается. И параллельно вы получаете все эти вещества параллельно. И, как вы понимаете, что это хорошего мало. Поэтому натуральная пища, вот кто это из селе был когда-то нормальный, был, ели здоровую пищу. Та же самую курицу покупают, курица, когда настоящая курица, не синяя птица, да, а не выращенная,
птицефермах, а которая бегает по двору, ест зернышки, червячков и так далее. Вы кушали, суп варил кто-то возле этого? Попробуйте вкус. И попробуйте, что вы купите в магазине. То же самое? Близким стояло. Или вот, ну, конечно, в Москве, допустим, в больших городах, конечно, невозможно, чтобы каждый на балкон делать, выращивал себе огород и так далее. Есть другие способы, но этих не применять, потому что все построено на том, чтобы выжать деньги как можно больше из людей и так далее. Но яблоко с дерева кто-то ел, срывая? Все так вздохнули, ели. В магазине покупали? То же самое. А почему? Знаете почему? Потому что когда дерево, яблоко срывается с дерева, оно еще насыщено жизненной силой. У нее есть жизнь, в яблоке есть жизнь. И когда вы едите, то вы получаете жизненную силу яблок. Через 20 часа все это исчезает. И уже когда вы едите, в принципе, вы едите мертвое яблоко. Самое смешное, это я просто показывал, проводил опыты, когда люди говорят, ну, покупали в магазинах, тоже яблоко или клубнику. Просил, берите одну клубнику, чтобы не было разницы, разрезать на половинки. Так? А ну, человек сел, потом я кое-что делал, и человек пробовал ту же самую вторую половинку, ту же самую клубники. Самое удивительное, что человек был в шоке, потому что вкус был совершенно другой. То, что возвращалось живое, ну, то есть, наверное, живое, понимаете? То есть клубника, то есть не нужно опять-таки всем ехать, садиться на землю, выращивать и так далее. Есть другие методы, которые позволяют вернуть продуктам питания то, что они имеют от своей сути. И что теряется, пока вот привезут, черт знает откуда, не нужно же химию напичкать, все привезти, и что оно будет сохраняться так же, как вот вы сорвали с дерева, вкус будет такой же. Все возможно. Просто для этого нужно уничтожить всю эту химическую продукцию, промышленность, которая работает на это. А они брыкаются, потому что для них это миллиарды долларов в карман. Правильно? Им не важно, что когда вы кушаете такую пищу, то она гробит вас тоже. И самих тоже. Ну, понимаете, к сожалению, из-за того, что невежество существует или нежелание, они не думают не только о себе, они только видят одно. Знак доллара, ну, условно так, понимаете? Прибыль, а кроме прибыли ничего не... Это болезнь. Я считаю, это болезнь, это психическое нарушение. Когда у человека деньги означают все. То есть неважно, каким способом, только больше, 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 больше. Одному человеку не из бедной семьи, я 15 лет прожил в Штатах, ну, сейчас тоже не бедные семьи, здесь есть и богаче, чем там, так. После этого уехал еще Советский Союз, перед развалом незадолго, потом вернулся. Так вот, спрашивал, ну, хорошо, вот ты, вот цель, ну, заработать деньги, хорошо. Ну, сколько ты заработал? 100 миллионов, к примеру, да? Что дальше? О, ну, буду дальше вкладывать, чтобы заработать больше. Ну, хорошо, заработал миллиард. Что дальше? Ну, потом 10, 100 миллиардов, ну, 200 миллиардов и так далее. На определенный момент этой гонки ты отдашь, умрешь. И что? И что это? И что дальше с этой гонкой? Для чего это деньги? В Штатах налог на наследство 55%. То есть, вот накопил он 200 миллиардов, к примеру, да? Умер. Даже его детям не станет, что все, потому что 55% из этих, то есть 200, это больше 100 миллиардов, заберется государство. Хотя перед этим налоги все платились, так? А для чего тогда жить человеку? То есть для того, чтобы накопить эту сумму, которую с собой на тот свет не заберешь, правильно? Заберешь? Там он и поможет, да? Там можно по блату купить хорошее место, да? Поможет там? Нет, черта не, наоборот. Обычно человек зарабатывает такие деньги, он не хорошее место себе зарабатывает, а наоборот, противоположное, понимаете, да? Это не то, что вот обычно там грехи там говорили по-другому, но это реальный процесс. Когда человек действует определенное действие, оно влияет на него и на его сущность и так далее. Но вопрос, деньги, оно зло, понятно, но существо в мире без них невозможно. Что такое деньги, ему дать свободу для человека? Что даст ему деньги? Человеку делать то, что ему душа лежит, правильно? Потому что ему, если у него есть деньги, он не должен думать, что завтра положить, поставить на стол своим детям. Правильно? Он же может заняться тем, что для своей души. Вот смысл. То есть нужно действительно заработать деньги так, чтобы освободиться от этой круговерти, которая, если прекратишь крутиться, как белка в колесе, завтра ты будешь лапки поднимешь и сдохнешь. И часто, скажите, многие делают дело, которое не хотят, любят.
Подавляющее большинство делают, потому что делать надо, иначе ничего не будет, иначе сдохнешь с голоду. Правильно? А вот именно имея деньги, человек может освободиться, он начинает, может, зарабатывая то, что нужно, иметь дополнительное время, не дальше деньги накручивать, зарабатывать, а заняться то, что к чему душа лежит. Я думаю, это очень важно для человека. И тогда, то есть вот такие моменты, понимаете? Поэтому, ну, можно долго говорить об этом, но тем не менее, просто жалко, что вот людям становятся фальшивые цели. Вот, типа, ну вот, ну это для вас, может, молодежь, вот сейчас вот, типа, вот кредиты берите, да? А в курсе, что в Штатах, где кредиты давно уже существуют, что 90% населения живут в долг. В курсе об этом, нет? 70% населения никогда эти кредиты не смогут выплатить. А значит, что это? Рабство. Вы рабы. Когда вот 70% рабов. То есть они должны держать за свою работу, потеряв работу, их вышвыривают на улицу. Здесь тоже устали вышвыривать, правильно? И поэтому такие люди рабы, потому что, да, у них ошейников нет, не написано раб того-то или того-то. Но они будут держать за свою работу до последнего, потому что потеря работы, значит, все, крышка не. Они не смогут платить, их вышвыривают на улицу, у них не будут где жить, ничем будут накормить детей и т.д. и т.п. Разве не рабство? А молодежь, вот я прекрасно понимаю, молодежь, допустим, парень, так сказать, хочет подкатить к девушке, если причислен на шикарной спортивной машине, чаще всего, да? Но девушка, конечно, тут же тает, да? Ну, большинство, не все, но большинство, правильно? А вот, ну, пожалуйста, бери кредит, машину забирай, 100 тысяч долларов. Ну, ты будешь там платить, а в конечном платят в несколько раз больше стоимости машины. Если не заплатишь, ее заберут все равно. Не знаю, что когда тебя забирают, уже дважды оплатил машину. По сути, к примеру, да? Вы уже оплатили стоимость полностью, но по кредиту еще не закончили. Осталась там сумма, и вы не можете даже платить. У вас заберут машину все равно, хотя вы уже оплатили полностью. И так далее. И со всем остальным тоже. Это приманка. Основная показывает красивую жизнь, что вот свой виллу свой или особняк какой-то красивый, машина. А скажите, какой человек не захочет такое иметь? Нормальный. Все хотят, правильно? Это нормальное человеческое желание жить, ну, удобно, красиво. В этом ничего плохого нет. И паразит этим пользуется для того, чтобы заставить... Вот почему они живут красиво? В этих виллах и машинах ездят, которые... Потому что они вот грабят вот 90% населения. А 70% полностью в рабов превращают. И за счет этого они накапливают богатство, которое позволяет им создать красивую жизнь. Здорово? Вы хотите их питать? Питайте. Вроде добровольно, знаете, иду в рабство добровольно. Ну и так далее. Ладно, не буду мучить вас, а то расстрою вас. Пессимистическое настроение, хотя, в принципе, нужно всегда думать, задать вопросы себе. Тогда это будет гораздо меньше проблем.